Всем привет, с вами снова Evil Nerd, и сегодня мы продолжаем проходить Сталкера. И не просто Сталкера Зов Припяти, то есть Тень Чернобыля, естественно, да, Тень Чернобыля. А с замечательной модификацией, которая возвращает большинство наработок разработчиков, которых мы не увидели в оригинальном Сталкере, да и в аддонах к нему, вернее, во всех частях. В чистом небе и в Зове Припяти. Хотя там много что добавили, конечно, но достигнуть того, чего мы ждали изначально, так и не смогли. В прошлой серии мы окончательно избавились от военных. По крайней мере, больше я у них на базе издалека с бинокля не смог увидеть, кроме этого ПТРа странного. Так. Кто-то у нас один обозначен. Кто же это? Давайте узнаем. Солдатик один есть. Но один это не 5 и не 6. Думаю, в принципе, можно справиться. Давайте на циклы подойдем. Стелс тут работает теперь более-менее правильно. То есть можно достаточно долго ходить незамеченным, если не шуметь, естественно. На циклах. Я вижу кепку. Видите, мы там... Тут кепку. Постараемся обойти его сзади. Заодно и узнаем, насколько стелс работает. Уже это более-менее нормальная возможность это сделать, потому что тут все-таки он один. Привет, чувак, лейтенант Чугуйский. Военный. Пока военный. Ну, хорошо. Минус один. Что у него? Есть что-нибудь? Ничего нет, зато у него 500 рублей есть. Это неплохо. Чего? Опаньки, вот патрончики и оружие. Это неплохо. Никогда патроны лишними не бывают. И давайте заодно избавимся от этого назойливого звука. Все. Шикарно. Блин, дождь когда идет, ФПС сильно падает. Ой, нам он патрончики даст, да? Да еще. Смотрите, у нас еще целый один магазин к автомату будет. Мне это нравится. Возможно, вы сейчас видите, что игра немного лагает. Мягко говоря, немного лагает. Но это все из-за этого дождя. В оригинале его не было, и, судя по всему, разработчики этой модификации не учли, что он будет нагружать компьютер сильно. Я даже понизил немного системные требования и настройки игры графические, но видимо улучшения так и не заметил. В этой серии мы будем много убивать и много умирать, поэтому и вообще сейчас я пойду на базу сталкеров и возьму у волка, у сталкера по кличке Волк, квест, который в оригинальном сталкере был первым. Это зачистка здания. У нас есть здание, есть бандиты, есть три НПС, которые нам могут помочь. Что нужно, сталкер? Вот, кто хочет, также может оценить видео и почитать, я не буду этого делать. Блин, вот же у него гром, я хочу тоже гром. Я к вам посылаю человека. Я даже, по-моему, поднимался с него с трупом. Если сочтете нужным, атакуйте. Я не помню, по-моему, в прошлой серии я находил один гром, снимал с одного из трупов, но патронов нету. Совершенно на него нет патронов. Ну, что-то мне этот дождь не нравится. Давайте чуть-чуть. Вот видите, помещение сразу все хорошо становится. ПС возрастает и вообще шикарно. Тут есть такая функция, как спать. Давайте вот поспим часик. Надеюсь, ограничений по времени на выполнение миссии нету. Так, поспали? Хорошо. Грозы тут у нас, понимаешь. Надеюсь, что это не выброс, а то я просто выброс не встречал тут, как сделано. Вдруг это он так начинается. А то молнии такие пугающие. Кстати, они были в оригинале или нет? Я, честно говоря, не помню, чтобы они были. Я не продал. Лишний уши, но... В определенном месте я, надеюсь, продам. Также, я собираюсь после прихода на место... после договора со сталкерами остановить
запись, не остановить, а сохраниться и приходить комментировать. Поставлю какую-нибудь хорошую музыку на фон, чтобы вам было не скучно. А в конце серии, если я успешно сделаю, залью, добавлю неудачный дубль. Так что давайте сейчас поговорим с... кто у нас тут? Петруха. Привет, Петруха. Дружище, не шелести особо. Какой дай поясню ситуацию. Лицо в решении, смотрите. Такой бульдожик. Ну? Давай сначала поторгуем. Блин. Пинт не купим. Так. И пистолет сможем продать или нет? Им этот... сможем. Все легче нам. Кстати, у нас 33 тысячи. Надо, подумаю, купить бронежилет нормально. Так, сколько бандитов в лагере? Скажи мне, пожалуйста, человек. 7-8? Ну, хорошо. Предлагаю вместе напасть. Короче, можно самому или вместе. Учитывая сложность игры, давайте пойдем вместе. Так будет, наверное, более успешно и быстро эта миссия. Опа, этого не было, кстати, в оригинале. В оригинале после этого сразу они собирались и шли. А теперь... он водяр, он хочет, чтобы я принес ему водки. Блин. У меня, по-моему, есть в инвентаре водка против радиации, я брал, да? Давайте. Начнем. Ну и отсюда, пожалуй, я пойду своим путем, путем Рэмбо. Только, знаете, вот третий сейф, перезапишем его. И отсюда еще будем возрождаться. Я пойду путем Рэмбо, то есть сбоку. И на этом я замолкаю.
Ну вот мы всех и убили, у нас получилось это сделать, и в принципе все хорошо. Жалко, конечно, что все умерли, но что поделаешь, что поделаешь. Это мир суровый. Смотрите-ка. Сколько оружия мы сейчас наберем, станем вообще миллионерами. Главное, чтобы у нас схватило инвентаря, чтобы нести все самые вкусности. Я потом сейчас беру, конечно, все, что есть, потому что раздержу там что-то. Но как только у меня инвентарь более-менее забьется, тогда я начну более выборочно собирать. Так что давайте, пока я остановлю запись, пока я меня соберу. А там продолжим. Сейчас вы можете слышать такой эхом голоса моих соседей за стенки. Они там что-то поют сегодня, распелись, понимаешь. У меня тут проблемы с псевдо-собакой, они поют. Ну что ж, не запретить же, нельзя же. Так, раз. Одну собаку убили, зачем, правда, я не знаю. Где она? Где эта тварь? Почему ты не бежишь, а? Тварь, ты где? Это фейл. Да, 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 вот так вот. Сволочь, получила? Получила по мордасам, да? И берем что у нее? Хвост. Хвост псевдо-собаки, отлично. Давайте с этого тоже возьмем. У нас психическая атака по нам была. У нас шатает. Вот тебе собака. Убей всех собак. Правильно. Итак, вот это выход, насколько я помню, с темной лощины. Кстати, то можно пройти сейчас? Нет, нельзя пройти сейчас. И мы нашли курту. Куртку. Кольчужная, или как она называется тут, а? Кольчужная куртка, да. Оденем. Пулестойкость у нас повысилась. Отлично. Конечно, мне не нравится бандитская куртка, но что поделаешь. В общем, я предлагаю вам сейчас промотать время до того, как я доберусь обратно до сталкера. До лагеря сталкеров. Увидимся там уже. Ну вот мы перешли на место и поговорим с волком, что он нам даст. Давай. Навели своими ребятами. Только без ребят, к сожалению, чувак, да. Так. 1500 и все. Окейшки. Как-то, знаете, не вдохновляет меня награда за эту миссию, но... Что поделаешь, давайте пересядем у костерка, как и все. Тень динамическая, видите, от костра как от вас. Ну, предлагаю на этом завершить эту серию. Надеюсь, всем вам понравилась она. Получилась такая динамичненькая. А, кстати, чуть не забыл. Какие поселки у костра без водярки, а? А теперь вообще весело, хорошо. Как раз в такую дождливую погоду так и сидеть надо. В любом случае, всем спасибо, кто меня смотрел. И до новых встреч. Всем пока.